А сейчас о главных спортивных событиях минувших выходных. Гродненский «Неман» уступил «Юности» в домашнем матче третьей игры финала серии плей-офф. Пока после воскресной игры итог серии и встреч 2-1 в пользу минской команды. До этого «Неман» уже провел две игры в гостях у соперников. Ясности это не внесло. Итог первой игры 4-3 за «Юностью» в овертайме. Вторая встреча 2-1 в пользу гродненцев, также в дополнительное время. В начале третьей игры на льду закрепляется «Неман», игроки которого сразу создают неплохие моменты для забрасывания. Но, как говорят, хромает реализация. На 15-й минуте забрасывают гости. Во втором периоде срабатывает большинство у нашей команды. Алексей Бадун открывает счет для «Немана». Итог 40 минут 1-1. Разумеется, болеем за Гродно. Это наша любимая команда в Беларуси. У нашей команды гусары из Белостока. Много друзей здесь. Они с нами тренируются. Нам очень повезло, что мы можем приехать и посмотреть профессиональный хоккей. Очень быстрая игра, немного ошибок было. На третьей минуте третьего периода вторая шайба влетает в ворота хозяев от Павла Разводовского. Увы, гродненцам снова не повезло. Атаковали хорошо, но не смогли забросить, чтобы сравнять счет. Ну, в таких моментах, можно сказать, и повезло «Юности», и мы не могли попасть в ворота, просто шайба не попала туда, вот и все. «Юность» ложилась, под нее ловила на себя. Много силовых единоборств. Как бы, может быть, в третьей игре не так уже много голевых моментов, но как бы сейчас самоотдача выходит на первый план. То есть, ну и как я говорил раньше, что терпение, терпение.